Всем привет! Сегодня мы сделаем вечерний макияж. Я наношу основу под макияж, она матирующая и скрывает немножечко поры. Наносим тональный крем. У Наташи сделан татуаж из стрелок и бровей, поэтому, в принципе, ей особо макияж не нужен, но мы попробуем с этим что-то придумать. И Наташа немножко печальная. Она просто первый раз снимается, поэтому не удивляйтесь, все видео она не будет улыбаться. Наносим консилер. Высветляем немножечко зону под глазами и у крыльев носа. И хорошенечко его распределяем. Все закрепляем пудрой. Пудра рисовая, и она еще дополнительно заматирует лицо, и лицо будет долго не блестящим. Делаем легкую коррекцию. У Наташи достаточно выраженные скулы, поэтому ей не нужно особо стараться их выделить. Мы просто немножечко затемняем те зоны, которые нам нужно подчеркнуть, чтобы лицо было более рельефным. Наносим основу под тени. Светлыми матовыми тенями мы наносим, но на все веко. Серо-коричневым оттенком выделяем складочку века. Этот цвет будет служить как растушевочный цвет. Потом по нему будут очень хорошо и мягко растушевываться более темные оттенки. На яблочко глаза мы наносим бежевый перламутровый оттенок. Золотистым оттенком мы выделяем уголочек глаза внутренний. Затемняем складочку века.
Светлый оттенок наносим под бровь. Еще больше затемняем складочку века темным цветом, черным, и растушевываем его в коричневый. Зеленым оттенком прорисовываем нижнее веко. Этот же оттенок добавим на яблочко. Рисуем стрелки. Красим ресницы. Немножечко подкрасим брови, сделаем их более насыщенного цвета. Красим губы. С таким насыщенным макияжем глаз я решила сделать губы нежного персикового оттенка.
добавим немножечко румян. Так лицо будет более свежим. Итак, мой макияж готов. Надеюсь, он вам понравился. Спасибо за просмотр. А если вам нравятся мои видео, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!